посмотрите, как много здесь лизуна. По-моему, меня обманули. Либо, по-моему, его украли, я не знаю, блин. Давайте попробуем этим поиграть, что это вообще? Ребята, всем привет, меня зовут Даша, добро пожаловать на канал. И сегодня у нас формат нового видео. Попробую для вас записать только мои руки и только слаймы. Пошла я в китайский магазин и купила все эти слаймы. Решила попробовать одного цвета, чтобы вам было более интереснее, и все разные. Они все зелененькие, и купила я их на 100 гривен, это 250 рублей. Одни стоили вообще дешево, по-моему, вот этот стоил дороже всех. И давайте с вами будем смотреть, какие они магазинные слаймы, потому что в магазине я еще не покупала. Как вы помните, на одном из моих видео я пыталась сделать слаймы порошковые, но нифига у меня не получилось, и посмотрим, что будет с этими. Я уже приготовила себе тетраборат, я решила, что если они будут сильно липнуть к рукам или будут совсем плохими, я попробую их загустить. И давайте начнем. Я сейчас все уберу и начну, пожалуй, с вот этого. Ребята, первый слайм вот такой, называется гум. И написано, что это жвачка для рук, и написано 100% органика. Я не понимаю, как он может быть органический, я думаю, вы это все тоже поняли, потому что как бы это значит натуральность, и как слайм может быть вообще натуральный. Ну да ладно, буду открывать и будем с вами смотреть. Так, ребята, вот первый слайм, я его на самом деле еле открыла, и не понимаю, как открываете его вы. И буду пробовать его доставать. Ой, он очень липнет к рукам. Хотя нет, по-моему, нормальный. Ну, слишком жидковатый пока. Он вообще прикольный, вообще мне пока нравится. Я на самом деле думала, что магазинные слаймы будут совершенно отстойные. Но, как по мне, по-моему, пока... О, смотрите, как он круто тянется. Ну, этот слайм заслуживает какой-то топовой оценки. Давайте будем его оценивать. И пускай у нас будет шкала от 1 до 5. И, наверное... Я ему дам все 5. Посмотрите, как он круто тянется. Ладно, ребята, я, наверное, чуть-чуть переборщила с оценкой 5, потому что вот уже пару минут я сижу, и вот он непонятно как падает, и он очень сильно липнет. Сейчас он начал очень сильно липнуть. Но вообще он офигительно тянется. Ладно, давайте будем переходить с вами к следующему, потому что я с этого, наверное, не отлипну. Так, ребята, этот слайм еле отлип от моих рук, и пипец как сейчас воняют руки. И, наверное, давайте приступим к этому слайму. Написано «Игрушка желе», в общем, игрушка желе. Это какое-то киви. Давайте посмотрим на него. О, этот хоть открылся легко. Кстати, мне не нравится, что на слаймах не делают никаких еще, допустим, дополнительных защитных пленок. Было бы намного лучше, потому что вот пока я их везла домой, мне казалось, что они все выльются в пакет и будет непонятно что. Ого, да не, это вообще какая-то фигня. Я думаю, вы видели, как у меня отлетел кусок непонятно куда. Он совершенно ужасный. И вообще не тянется, даже ни капельки. Он просто рвется. Ну, на самом деле, это, походу, есть игрушка-желе. Возможно, это я что-то не то купила. Нужно было купить слаймы, лизуны, а я купила желе. Не знаю. Ну, кстати, вон внутри видно небольшие блесточки. Выглядит он неплохо. Но, как вы могли заметить, это какой-то просто отстой. Ладно, не буду тратить на него время. Будем с вами переходить к следующему. Так, ребята, этому слайму я поставлю вообще, наверное, двоечку, пожалуй. Чисто из-за цвета, из-за того, что в нем есть блесточки, я добавлю ему 1 балл. И попробуем с вами вот этот. Так, что на нем написано? И написано, что это игрушка лизун иероглиф. Тут какой-то, да, типа иероглиф есть. Окей, с какой стороны его открыть? Супер квест. Мне кажется, на таких вещах нужно делать налепочки, открывать тут. О, ну, кстати, этот, по-моему, неплохо, по-моему, неплохо. О, пока мне этот слайм нравится, и от него чем-то запахло. Сейчас понюхаю. О, кстати, этот слайм пахнет. Он не воняет, но непонятно, конечно, чем пахнет. Нет, я ошиблась в нем, посмотрите,
снова же таки он какой-то вообще желейный, какой-то непонятный. Он пытается тянуться, но сразу же таки рвется. Фигня какая-то получается, если честно. Посмотрите. Хотя на этом было написано, что это лизун. Ладно, на том было написано, что это желе. Нет, совершенно невозможно играть. И, блин. Ладно, будем с вами переходить к следующему. Я надеюсь, хоть один мне попадется сегодня какой-то классный. И он понравится и мне, и вам. Вот это все желе уже поразлеталось везде на пол. И давайте поставим ему оценку единичку. Реально единичку. Потому что ни на что ты не заслуживаешь, друг. Ни на что. Стой тут и отдыхай. А мы давайте перейдем с вами к вот этой баночке. Мне, кстати, очень нравится стилистика этой баночки. Круто выглядит. Игрушка лизун. Надеюсь, это будет хотя бы лизун, а не желе. Я сейчас буду разочарована, если тут тоже нету никакой защитной пленочки. Да, ее тут нету. Ну, кстати, пока, по-моему, неплохо. Я со своими ногтями не могу даже влезть в баночку. О, мне нравится цвет. Цвет самый насыщенный пока из всех слаймов. И он более-менее пытается тянуться, но все равно видно, как он рвется. Ого, блин, такие блестки классные, вот видно, отражаются. И почему блестки в одной стороне? Ладно, может, его надо перемешать. Ну, пока все слаймы меня разочаровывают. Первый был ничего так, но все равно что-то не то. На самом деле, я его только что понюхала, и мне чуть не вылило глаза. Вот правда. Короче, буду я его слаживать, потому что мне уже от запаха становится чуть-чуть плоховато. Он вообще фиговый, просто я ему... И он еще не залазит в баночку, какого фига? Короче, этому слаймику, или точнее сказать непонятному желе, я поставлю единичку. Он совершенно мне не понравился. И будем с вами переходить к вот этому. Не знаю, что это, похоже больше на какую-то тыкву, арбузик. Не, непонятно что. Так, написано игрушка лизун у выгляде перчинки. Это перец. Это перец, ого. Смотрите, как тянется, прикольно. О, ну пока это хоть более-менее на что-то похоже. А не на желе какое-то. Да, сейчас начнется. Попробуй достань слайм из емкости. Ну этот, кстати, вот слайм, вот достала я его. Он уже какой-то не зеленый, а желтый. О, ну тянется он хорошо. И кликает он. О, этот слайм мне вообще нравится. Неплохо, так попробую его понюхать. Мне кажется, у меня на него какая-то аллергическая реакция. Ну, посмотрите, какая пленка классная. Слайм тянется, но воняет он тоже ужасно, просто ужасно. Воняет китайскими магазинами и непонятно чем вообще. Ребята, оставляйте свои комментарии, покупаете ли вы в магазинах слаймы и какие цены на них, дешевые, дорогие. Я вот думаю, если вам понравится такой вид обзора слаймов, я буду покупать еще другие цвета. И, возможно, буду покупать уже слаймы подороже, какие-то подешевле, подороже. Будем с вами сравнивать. Класс. Ну, посмотрите, тянется он вообще суперски. И давайте этому слайму поставим оценку 4. За то, что он кликает, тянется. Но, конечно, запах минус единичка. Запах меня совершенно разочаровал. Я сразу начала чихать. И, блин, вот раздражают меня, конечно, такие... ситуации в слаймах, потому что все-таки ими играют дети, и хочется поменьше запаха, поменьше всяких разных химикатов. И давайте следующий возьмем слаймик MMDEMS. Посмотрите, какая прикольная упаковочка. С этой упаковки должен получше доставаться слайм. Написано игрушка лизун. И давайте его откроем. Ой. Посмотрите, как много здесь лизуна. По-моему, меня обманули. Либо, по-моему, его украли. Я не знаю, блин. Давайте попробуем этим поиграть. Что это вообще? Посмотрите на это. Блин, меня просто обманули.
Я купила пустой слайм, пустой лизун. Жесть. Кстати, я читала много таких ситуаций, то, что дети воруют лизуны в магазинах. Блин. Это сейчас вообще было максимально обидно, посмотрите. Мне кажется, здесь специально была такая закрытая упаковка, чтобы не было видно, что там будет внутри. А может быть, его вообще туда изначально не положили. А хотя, возможно, он и высох. Да, я надеюсь, что он высох, а не его кто-то украл. Ладно, минус одно разочарование, тебе вообще не будет оценки, потому что ты вообще тут левый и лишний. Уйди отсюда. Так, давайте будем переходить к вот этому. Это такой лизун макарун. Кстати, упаковочка как от каких-то наушничков. Прикольно. О, смотрите, не прилип даже. Ой, ой. Ну, этот, кстати, вот выглядит неплохо. И, по-моему, чем-то запах. Смотрите, как он легко достался. Вообще ничего не оставил после себя. Ну, по ощущениям такое себе пока скажу. Больше похоже, да, на желе. Не сильно тянется. И по запаху... О, по запаху он пахнет. Он офигенно пахнет. Он пахнет яблоком. Обидно, что он не тянется. Хотя пытается, но он рвется. Видите, как переливается от цвета. Он рвется. Это обидно. Ну, кстати, неплохо, довольно неплохо. За запах ему вообще отдельный плюсик. Хоть один слайм будет пахнуть. Давайте этому мы с вами поставим где-то троечку. За то, что он кликает, за то, что он хотя бы адекватно пахнет. Приятненько пахнет. Кстати, не знаю, почему они не добавляют никаких запахов слайма. Мне кажется, что... детям и вообще, ну, типа, блин, было бы интереснее покупать их, если бы ты читал на них там запахом яблока, я не знаю, с чем-то, короче, было бы намного круче. И давайте следующий возьмем вот этот. На нем написано желе-арбуз, желе. Посмотрите, как он выглядит. Упаковка классная. Ого. От этого слайма, кстати, тоже пахнет, неплохо пахнет. По-моему, я купила что-то не то. Посмотрите, он снова рвется. На нем написано желе. И, блин, это как и есть желе. Может, его кушать надо? Может, я не в тот отдел зашла и купила желе? Ну, блин, обидно. Мне кажется, что я слишком, наверное, дешево их купила. Все-таки, конечно, китайский магазин. Ребята, пишите в комментариях, где вы, возможно, покупаете слаймы. Возможно, это в Инстаграме, в интернет-магазине. Я позахожу и, возможно... закажу нам какие-то слаймики на обзор. Ну, смотрите, вот он пытается тянуться. Опять я разочаровалась, опять какая-то фигня. Из-за запаха просто ставлю тебе двоечку из-за того, что ты пытаешься кликать. Ладно. Господи, кто придумал такие неудобные упаковки? Еще попасть, наверное, надо в них, да? Ладно, еще эта штука выпала. Вот вам и китайские слаймы. И давайте будем переходить, наверное, к ММДМСу. Тот большой я хочу оставить напоследок. Он был самым, кстати, дорогим. ММДМС. На нем вообще ничего не написано. Я надеюсь, хотя бы этот не будет пустой. Нет, что-то прилипает. О, какие блесточки классные внутри. Ой. Вы видели, как я на него нажала, и он весь дулся? А этот слайм напоминает мне запах пропавшего яблока. Он действительно, он как бы вроде слышен запах яблока, но он воняет. Так, вы видели, да, он пытался тянуться, но ты куда? Ну такое, конечно. Запах жесть, как будто дома что-то протухло. Мне кажется, одно сплошное разочарование. Это надо сидеть и делать слаймом самим. Короче, этому слайму я поставлю 2. Нет, давайте я поставлю ему 1, потому что ты воняешь. И вот он пооставлял мне тут остатки себя. Он действительно очень воняет. А возможно, он вообще пропал или протух. Хотя нет, он не настолько сухой. Так, и давайте будем переходить к последнему. По-моему, тетраборат мне сегодня не пригодится. Зря я его приготовила. И вот здесь написано «Лизун с игрушкой в банке». Так вот он называется. И написано сразу Made in China. Все понятно. Ну, в этом, кстати, вот упаковочка получше. На нем было написано, что это лизун.
Ну вот пока по ощущениям мне больше это похоже на желе. Давайте я попробую его достать. Ну, кстати, достается он нормально. Давайте посмотрим, что тут за игрушка. Смотрите, какие у нее миленькие сердечки на спинке. Так, ее пока отставим и попробуем его размять. О, ну этот слайм хотя бы большой, есть чем поиграть. А никак не попался самый крутой пустой ММДМсик. Ребята, вот я попробовала его размять. И посмотрите, он стал намного лучше тянуться, намного круче. Я надеюсь, вам видно. Но снова же таки он рвется, И этот слайм, я заметила, на нем какой-то перламутр. Я не знаю, вам видно или нет. Но выглядит он, кстати, очень хорошо. Он красивый. Запах, да, что хотела сказать за запах, он воняет. Он реально воняет. Ладно, буду я его слаживать. Это был последний слайм с вами на сегодня. Если вам понравились такие видео, обязательно пишите в комментариях. Оставляйте комментарии, закупить ли мне новый цвет. Показать ли вам мои новые слаймы. И я надеюсь, что хоть какие-то попадутся в следующий раз намного круче. Так, залазь сюда, в свой домик. Ребята, если вам понравился формат такого видео, обязательно посмотрите мои предыдущие ролики, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.